очевидно, вы приехали с Федей в очень плохом настроении. Что у вас случилось? Вы поругались, это факт. Так, правильно? Ссоримся мы тут, ругаемся мы вшестером, но плохое агрессивное настроение только у вас двоих, у тебя и у Феди. Остальные тоже ругаются с вами, но в нормальном состоянии остаются, как он были. Так я в нормальном состоянии тоже. Крис, вы это очень... Сейчас вот минуту назад успокоилась. Я в нормальном состоянии. Что ты, что Федя злые я были. Нормально могу поговорить, пройти сейчас с Олей, потому что она у меня нормально спросила, я нормально ответила. Потому что ты единственный человек, который тебя вообще слушает, ты можешь поддержать. Ты с Олей нормально разговариваешь, потому что Оля острых вопросов тебе никогда не задает. Потому что Оля умеет тебя слушать. Удобно и легко с ней общаться. Кто боится? Оль, ты меня боишься? Боится. Нет. Я адекватная, нормальная девушка, не буду психовать. Боишься? Вопрос задавать. Ой, ты боишься. Я нормально отношусь к людям, нормально общаюсь, потому что я адекватная, нормальная. Ольга Эдуардовна, мы тоже адекватные, мы что, по-твоему, ненормальные и неадекватные. Ты реакция. Ты Крис и к Феде пытаешься подлизаться. Ой, как я подлизаться? Скажи, что ты мне говоришь. Можно я скажу? Хорошо, Оль, не хотят, дай сказать. В том самом детсадовском смысле слова подлизаться, когда хочешь заручиться поддержкой более сильного. Ты в этом что, смысле ты гонишь, я обоснованно говоришь людям, даже если что-то не случилось, эти люди не хотят ссору из избы выносить. И поучиться у них надо. Почему? Что у них действительно они болтаются что... решать проблемы. Почему? А как они не выясняют проблемы, а потом сидят и срываются на тебе, на Диме, на твоем парне, хочу заметить. А ты сидишь и потом говоришь, да, Русичка, да, конечно, с Кристиной лучше не ссорить. Хорошие Русичка. Оля, ну ты пойми. Романтики. Кристина. Кристина против твоего парня идет, ты любишь своего парня, а она настраивает ты тебя против него. Разбила, ты мне сама лично больная, говорила, реально, и не только мне, ой, что ты недовольна отношениями с Федей, что он тупой, как ты сказала. Я сказала, когда... это подарок он мне не дарил, что да мне кажется, не что важно, он со мной ругается, подарок. Потому что он ты не хочет жаловалась. Дарить подарок. Кому ты... я жаловалась? Тебе? При чем тут это? Нет, не мне. Ты жаловалась тогда Слава, и говорила, что даже просто, когда реально. Руся сказала, что Федя тупой, я даже не стала ничего говорить, потому что так оно и есть. Вот что ты сказала. Ты что, больная? И тогда я подумала, нафига ты тогда живешь с тупым, и у тебя молодой человек что, тупой вот получается? Ответь за свои слова сейчас. Я тебе говорю. Давай сейчас, если... Это не в записи ты было. Еще... Но я если тебе ты сейчас еще клянусь, раз что ты скажешь, так что говорила. Что то, что там ты я сейчас говорила, не хочешь Феде морду сказать, что ты думаешь. Я разобью тебе морду, Руслана. Давай разбей. Разобью тебе ну морду. Разбей, подойди, разбей. Просто ты сейчас не хочешь говорить Феде всю правду в отношениях. Какую правду, когда я говорю, что Федя, ты мне не хочешь дарить подарок, потому что так-то и так-то. Да при чем подарок? Я не про подарок говорю. Прошло день рождения, все. Когда мы сидим разговариваем, мне говорят, будь нежнее, я говорю, будь серьезнее, все, что я еще а могу сказать? А что ты тогда плачешь из-за этого? Что, вот, Федя хороший мальчик, но глупый для своих лет, ты дура мне с ним что? Тяжело. Ты дура это твои что? Слова, ты это дура ты дура. Что? Ты дура, это твои слова. Плечи губ.